И опять очередной неторопливый розыгрыш. А вот этот пас был уже неудачный от Охременко в направлении Ширина. И потеря. Ремезов. Неудачный был действие сейчас со стороны Охременко. А вот, ох ты, какой удар получился у Ремезова. Да. Проморгали, да. И вот это... Вот этот вот такой неудачный обрез со стороны Охременко, да, неудачный пас на Ширина, перехват, и такая вот получилась быстрая атака с хорошим ударом от Ремезова, 5-2. Не все так-то просто, да? Ну, Ремезов подтвердил свое реноме бомбардира. Хороший удар, не дал.